Мараяма Джасира, серебряная медаль чемпионата мира. Что вы чувствуете сейчас? Конечно, я не удовлетворен результатом. Это все-таки второе место. Но я старался сделать все возможное. И я сделал все возможное. Так что я должен принять этот результат. У вас было несколько очень трудных моментов в вашей карьере. Были тяжелые травмы. И вы возвращались и становились чемпионом мира. Как вы находите в себе силы всегда возвращаться и продолжать быть героем в глазах стольких людей? Я стараюсь держаться. Я стараюсь верить, и это важно. Я также пытаюсь оставаться образцом для подражания, образцом в стиле дзюдо. Поэтому я думаю, что многим людям в мире нравится видеть такое дзюдо. Так что я надеюсь, что я даю им то, что они хотят, и видят это во мне. Соперничество, которое происходит у вас с Абе, является историческим. Ваш поединок на чемпионате мира, безусловно, все ждали с нетерпением. В социальных сетях были опубликованы видео в преддверии чемпионата, и на самом деле есть много людей, которые поддерживают вас. Что бы вы хотели сказать тем людям, которые вас поддерживают? Я, конечно же, был бы счастлив, чтобы показать им свою победу, но не смог этого сделать. Но я действительно чувствовал, что они меня очень поддерживают. И это действительно замечательно. Так что я доволен результатом. Мы знаем, что ты будешь продолжать тренироваться невероятно усердно. Но что ты будешь делать между этим моментом и следующим большим соревнованием, чтобы сохранить свою ментальную силу, такой сильной? Сейчас я не могу ничего сказать. Потому что сейчас я не могу думать о следующих соревнованиях. Но если так получится, я чувствую и я думаю, что я хотел бы еще раз побороться с Абе. И я буду к этому подготовлен. Спасибо.